Всем большой привет, ребят. Прическа, конечно, убила. Я вчера был в парикмахерской, в другой. Поэтому без осуждений. А сегодня среда. И остается 5 дней до Крисмаса. Поэтому я хочу поехать по магазинам и выбрать подарки своей хост-семье, друзьям и так далее. Потому что у меня вот столько идей. Я не знаю, что дарить, что, как это вообще происходит и все. Хочу вас взять с собой, просто показать, как выглядит молл и что я буду брать. Надеюсь, это видео вам понравится и приятного просмотра. Лук максимально обычный. Сегодня буду брать штаны из своего вот флисового костюма и верхушка обычная зипка. Молл в Америке просто огромный, я сейчас нахожусь на втором этаже и буду искать что-то здесь, потому что у меня есть час, чтобы найти подарки и прогуляться. Сейчас нахожусь в большом магазине косметики и духов. Тут большое поступление Рианы Гранде и всей вот этой вот компании. Думаю, можешь взять духи, но честно не уверен, потому что не думаю, что смогу выбрать вкусы для всех. Хотя тут сейчас, перед Новым годом, прям очень хорошие скидки на все. Прям прикольно. Кстати, тут даже появилась коллекция Билли Айлиш. Я не видел этого до, но... Господи, как красиво это выглядит. Всем большой привет! Сегодня уже второй день. Так, я дома, выглядываю. Я сегодня встречаюсь с финалистом из Узбекистана. Мы живем в разных городах, но в одном штате достаточно близко, поэтому думаю, то, что мы сегодня идем гулять, и я еду на ночевку, потому что мы сегодня там что-то будем готовить, делать. Собрал подарки на Крисмас, чемоданчик свой переходной. Вот, сейчас, наверное, опять поедем в молл, потому что я там был вчера и выглядываю в окно, пока никого нет. И, наверное, он тоже хочет посмотреть какие-то подарки и все в этом роде. Вот. Мы сейчас готовим пряничных человечков. Можно ваши комментарии по этому поводу? No comments, guys. I'm joking. This isn't you. This is me. Where? This is me. Does he look like that? No, actually, guys, it's this dude right here. No. Guys, shadower. Мне нравится. Look how beautiful mine are, though. They're so beautiful. I would not call beautiful, guys. Sorry. Блин, прикольно. Guys, Javon's bullying me. He's bullying me. I gave him the thinnest years of my life. Продолжаем нашу готовку. It's poop. It's poop. Человек crazy просто. Просто crazy. Смотрите, как красиво. Мне очень нравится этот дом. Такой милашный. А ты положил муку или масло? Нет. Я думаю, не надо. Пофиг. Так, ну вот третий у нас, знаете, такой немножко. Ну, ничего страшного. Но, да. Давай, нога, нога. Ребята, четвертый не выживет. Да. Поднимай, поднимай, Force поднимай, is поднимай. Dead. Это yes. Yes. Немного инвалид. Ничего страшного. Готово? Да прикольно. Прикольно. Вот. Guys, I made an eyeball. Yes, yeah. I'm in. I don't know what to do. I'm just getting so bored. А еще посмотрите, какой мы делали дом красивый. Это, получается, был каркас дома.
просто вот эта вот штука. И мы добавляли вот этот крем наверх. И, в принципе, всякие конфеты. Получилось вот так прикольно. Мне нравится, что он уже был собранный, поэтому мы просто добавили конфеты. И Джавлон сделал вот такую вот штуку. Смотрите, как круто. Ну, круто же. Ваши ощущения вообще можно? What are you feeling? Hand broken, man. Hand. Oh, be careful with your hand. Oh yeah, it's fine. Bring her with me. Yeah, I like this. That's good. My hand looks pitiful now. That is good. Ivan, you should eat this one. Why? Just don't cook it too long. But. Enough. Can you introduce what we're gonna do right now? Say. Okay, we all made our flags that were from America, Uzbekistan. I forgot the name of your country. Kazakhstan. What he said. Yes. And we're all gonna eat it. It's probably not gonna be good because I helped. Okay, joking, sir. Three, two, one. Why are you laughing? It's good. I spilled milk. Damn, we all devoured our countries. America spilled the milk, guys. Yes, America spilled the milk. Usually, as always. Don't worry, I'm not an accurate representation of all Americans. I'm just stupid. Крипи, голос. Прям крипи хочется. Какой? Ребят, мы делаем крипи видео. Да, ребята. Ты хочешь что-нибудь сказать моим подписчикам вообще? Всем привет, ребята. Спасибо. Это правильно. Мы сейчас сделали съемку. Мне показывали камеру за $275, ребят. Оцениваем вот этот вкус бешеный. Время, а сколько время? Можно вопрос? 12:30. Ничего. Чего? Доброе утро. Смотрите, как красиво. Проснулись, улыбнулись. Не знаю, что будем еще делать, но фокус убил. Но мы уже хотя бы проснулись. Боже.
доброе утро. Доброе утро. Или оно у вас недоброе? У вас доброе утро сегодня? Нет. Почему? Как вы спали? Во сколько? Мы легли спать в 2, в 3. Поэтому сегодня мы такие на свежике. Да. Свежий формат. Птички поют. Same period. Joyful and bright. I can imagine a white Christmas wherever I go, whether there is snow or... Нас привезли на ферму динозавров, ребят. Очень, конечно, увлекательное развлечение. Джавлон. Наслаждаемся, ребята, с динозаврами. Ну, такие, что такого формата, знаете? Мы сейчас стоим вообще непонятно где, на какой-то дороге. На какой-то дороге. Но очень круто. Смотрите, тут прям высоко, ребят. Мы приехали на какую-то дамбу. Одну, кстати, самых больших в Теннесси. Блин, ребят, смотрите, какая-то она очень огромная. Блин, ну как красиво. Прям круто. Мы сейчас проезжаем очень классный даунтаун. Тут очень круто, ребят. Мы приехали в итальянский ресторан. Мы находимся в Бристоле. Боже, какой тут красивый даунтаун, ребят. Это просто... But it's not Alka. Все, мы приехали обратно в дом Джавлона. День, конечно, сегодня был очень классный. Мне безумно понравилось. Мы были на этой дамбе. Потом поехали в даунтаун Бристол. Это город, который есть вот так украшен, новогодний, классный. Я отдал флаг и дамбру нашу казахстанскую. И мы сделали вот такой прикольный домик. Всем большой привет! Я уже дома, принял душ. Совсем забыл вам рассказать то, что мне подарили вот такой вот большой красивый бланкет, который я хочу с вами сейчас распаковать. В коробке тут еще пачка пинобаттер штук.
Господи, я обожаю пледы и все, что с этим связано, все теплое. У меня также к этому набору были носки. Господи, ребят. Идеально. На такой прекрасной ноте я очень надеюсь, то, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока-пока.